Долг чести, долг памяти и долг любви обязывает нас и через 70 лет после войны помнить. Сохрани имя своего предка. Впиши его в народную летопись «Бессмертный полк» на сайте мойполк.ком и приходи 9 мая с портретом ветерана на построение «Бессмертного полка». Они должны идти победным строем в любые времена. Построение полка состоится 9 мая в 12:00 около Национальной библиотеки Чувашии. Мы всегда помним, что с фашизмом боролись все прогрессивные государства, но основную часть нагрузки легла на Советский Союз, на наш народ, на нашу армию. Мы потеряли почти 30 миллионов людей. Из нашей республики в Великой Отечественной войне участвовали более 200 тысяч человек. Каждый второй погиб. 66 наших земляков стали героями Советского Союза. Безусловно, в сердцах и в памяти у наших земляков навсегда останутся их подвиги, их дела. Призываю всех земляков с портретами своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, выйти на марш Победы, на марш «Бессмертный полк».